Всем привет! Буквально за выходные сделал имитацию боевого томагавка Гербер. И тут же возникли вопросы по поводу прочности, ломкости и тому подобного. Хочу показать, насколько вспененный ПВХ, из которого сделан данный топор, гибок и ломок. Так, прошу обратить внимание на то, что он может гнуться, но при этом не ломается. То есть необходимо приложить достаточно много усилий, чтобы их сломать. Вот. Так, покажу, как он будет выдерживать удар. Но перед этим покажу общий вид. Толщина самого ПВХ порядка 10 миллиметров. Плюс две щечки, каждая из них по 4 мм фанера. То есть данная конструкция обеспечит ему как раз-таки жесткость в районе ручки. Итак, собственно, удар. Вот, остаются только вмятины. Можно и сильнее ударить. В данной плоскости топор не сломается. Но при этом стоит учесть, что если вы по кому-то будете бить, ему будет больно. Имеется в виду открытые участки тела. Спасибо за внимание.